День города отметит камчатская столица 15 сентября. Праздник, посвященный 278-летию со дня основания Петропавловска-Камчатского, состоится в центре города уже в эту субботу. Гостей мероприятия ждет акция арт-мобов, флешмоб молодоженов, парад новорожденных, выставка от мастеров рукоделия, вокальный конкурс «Твой звездный час», танцевальный баттл и караоке по-петропавловски. Весь день на площади будут работать торговые ряды и аттракционы для детей. Все желающие смогут сфотографироваться и сделать селфи в тематических фотозонах. Завершится программа дня в 22 часа праздничным салютом. В случае плохой погоды праздник перенесут на 17 октября. Добавим, что на время проведения праздничных мероприятий в эту субботу с 12.30 до 22.15 движение для автомобилей по Озерновской косе будет перекрыто. Подробная программа праздника опубликована на сайте city41.ru.